Что? Нет! Я вижу, вы очень рады, так что давайте выгребать из вашей норы старую траву. Алая, я хотел тебя кое о чем попросить. О чем же? Нужно проверить границы с чужой землей. Зачем ее проверять? Там ведь никто не живет, и совершенно пустые леса. Вчерашние охотники, что охотились неподалеку от границы, почуяли странный запах. Они не стали рисковать и лезть куда-то в темноте. Так что я хочу проверить, что же это был за запах. Ясно. Но так-то нам и вправду давно пора обновить наши границы. Пошли. Алла, ты нас бросаешь? Я вернусь, только обновлю метки на границе и тут же прибегу к вам. Ну ладно, а мы продолжим помогать стае выгребанием старой соломы из нор. Это тоже очень важное дело. Алая, быстрее! А ну, слушайтесь полнолуния! Мы идем уже почти 10 минут, а он так и не произнес ни одного слова. Еще меня тревожит странное волнение рядом с ним. Как же это раздражает! Нужно срочно что-то сказать. Послушай. Ну давай ты продолжишь. Хорошо. Ух, слава предкам, а то я уж боялся отвечать на его вопросы. Мне было видение. Что такое? Да просто я все еще не могу смириться с мыслью о том, что у тебя есть какой-то дар. Жаль, что ты необычная. Зато я очень полезна для нашей стаи. Скоро к нам вернется наша кровь, и мы станем сильнее. Наша кровь? Ты о таком?